Это Ольга Хевронина, самая красивая девушка ЛГПУ. Безумно любит танцы, а еще своего молодого человека. Поэтому в преддверии 23 февраля она задумала преподнести ему сразу несколько сюрпризов. Во-первых, Ольга выиграла конкурс «Мисс ЛГПУ-2013», что, пожалуй, может стать одним из самых оригинальных подарков для мужчины. А во-вторых, задумала презент, сделанный своими руками. Я всегда им говорю подарок, который делаю сама. Это либо будет тортик, либо что-то такое рукодельное. Шоумен и ведущий Дмитрий Демин считает, что 23 февраля – это день, когда мужчина должен показать себя с лучшей стороны. И это в первую очередь станет главным подарком для любимой в преддверии 8 марта. Ну а сам же он не против получить в дар что-нибудь непривычное. Дмитрий считает, что мужчинам надо дарить то, что они сами не решаются приобрести или не могут сделать. Это могут быть билеты на концерт, сертификат в спортклуб или же что-то вкусненькое. Лично мне, у меня знакомая готовит грибочки фаршированные. И на один из праздников она в красивую коробочку упаковала эти грибочки. Они еще были тепленькие. Я вообще поесть люблю. Они прям были... Я запомнил просто на ура. Действительно, самым лучшим подарком и не только на 23 февраля является тот, что сделан от души и который соответствует вкусу человека. Психолог Ашмир Атея утверждает, что выбирать подарки мужчинам сложнее. Причина в том, что они по природе добытчики, и их мало интересуют материальные подарки. Поэтому Ашмира рекомендует при выборе какой-либо вещи проделать одно простое упражнение. Вот вы выбираете подарок, просто представьте этого человека рядом. Вот вы зашли в магазин, представляете, что он идет рядом с вами. Как он себя будет вести? Ну а те девушки, которые не знают, что же предпочитает молодой человек, могут взять на заметку совет дизайнера. Адель Махмудова предлагает сделать яркую бабочку своими руками. Ведь сейчас бабочки – это тренд 2013 года. А еще на изготовление такого подарка уйдет всего пара часов. Все, что вам потребуется, это немного воображения, пару лоскутков ткани и аксессуары. В общем, то, что приблизит вашу фантазию к реальности. Главным при выборе бабочек является, наверное, цвет рубашки и в целом весь образ. Например, Дима у нас очень стильный молодой человек, но мне кажется, ему не хватает какого-то акцента. И как раз-таки бабочка может стать тем самым настоящим акцентом. А еще, выбирая подарок, не забудьте о том, кому вы его делаете. Мужу, коллеге по работе, брату или отцу. Ведь если вы подарите коллеге такую бабочку или ваше коронное блюдо, это будет довольно странно. Зато аналогичный сюрприз, преподнесенный близкому человеку, вызовет много эмоций.